Гарри и Лиза Галкины пользуются в социальных сетях не меньшей популярностью, чем их знаменитые родители, Алла Пугачева и Максим Галкин. Алла Борисовна выкладывает в Инстаграме гораздо меньше фотографий, чем Максим. Эту функцию она спокойно и мудро доверяет мужу. На двоих у пары уже около 12 миллионов подписчиков. Кстати, Лизу и Гарри многие считают не только одними из самых талантливых и милых звездных детей, но еще и самыми стильными. Максим Галкин показал, как Гарри сменил имидж к лету. Демонстрация причесок. Ну, мою-то вы знаете. А сейчас прическа от Гарри Максимовича. И действительно сюрприз. Для многих новая стрижка Гарри стала неожиданностью. Раньше сын Пугачева и Галкина всегда носил довольно длинные волосы. А сейчас подстригся совсем коротко. И, как заметили многие комментаторы, сразу словно повзрослел и вытянулся. Похоже, скоро у Гарри не будет отбоя от девчонок, как и у его сестры Лизы от мальчиков. Кстати, Лиза уже как-то раз задумалась о будущем женихе. Мамочка, да? Я гадала на ромашке, да? Будет ли меня жених любить? Так. А получилось, любит. Что? А ну... если не будет любить, ух ему! Я свободна! Максим Галкин почти каждый день выкладывает небольшие фрагменты из жизни, теплые посты, юмористические сюжеты и рассказы о простых буднях. Например, на днях Галкин показал ужин своей семьи, Аллы Пугачевой, Лизы и Гарри. Многие сначала даже не поверили своим глазам. А ты любишь перченый, да? Посмотри, самый перченый. Лиза, а ты? А я обычный. Да, у тебя натуральная еда. Отлично. А лучше, что ты такой любишь? Я люблю орешки. Орешки. А сегодня сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроил трогательный кулинарный сюрприз маме, испек для нее пирожки с яблоками по собственному рецепту. Не подглядывай. Не подглядывай. Дверь можешь открывать. Да. И подойди, похуй. И это тебе. О, по моему рецепту, аккуратненько. Ага. Да. А тут морковка. Да, тут морковка, изюм, яблоко, корица, лимон, еще, да, корица, сахар, ванильный сахар, еще что-то там добавляли, чтобы сок не это. Сынок, какой же ты у меня умница, да? Спасибо. Спасибо. Оксана помогала? Чуть-чуть. Гениально! Это так.